Добрый вечер, уважаемые земляки. Ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе остается стабильной и полностью контролируется ВСУ и военной администрацией. Существенных изменений в оперативной обстановке не произошло. Наши военные находятся на своих позициях и продолжают уверенно выполнять все поставленные боевые задачи. Оккупанты продолжают обстрелы по всей линии соприкосновения, бьют по мирным населенным пунктам, нарушая все международные нормы и правила ведения войны. В Криворожском районе сегодня было обстреляно село Новосеменовка апостоловской громадой и ствольной артиллерии. Наши воины дали достойный ответ. Сегодня у орков серьезный минус и по живой силе, и по технике. Продолжается разминирование территорий. Только за сегодня обезврежено еще 32 кумулятивно-осколочных кассетных боеприпаса. С оккупированных территорий люди всеми силами, кто как может, вырываются из ужасов русского мира. И мы им в этом максимально помогаем. Только за минувшую ночь Кривой Рог принял 946 людей, которые эвакуировались из почти 30 населенных пунктов Херсонской области. Днем прибыло еще 436 человек. И еще более 4000 человек проехали транзитом. Мы уже более 2 месяцев ведем большую работу, и город был готов для принятия людей. Те, кому нужно было жилье, были расселены в специально оборудованных школах и детских садиках. Всем, кто нуждался, была оказана медицинская помощь. Всех кормим, а кто едет транзитом, получают продукты и питание в дорогу. Работа велась до 6 утра. Сейчас в Кривом Роге уже более 55 тысяч вынужденных переселенцев. О героях. Сегодня Кривой Рог простился с нашей героической землячкой Инной Николаевной Дерусовой. Она была боевым медиком и спасла более 10 наших бойцов. Выполняя свой долг и оказывая помощь раненым, погибла в боях за Ахтырку под обстрелом орков. Посмертно ей присвоено звание Герой Украины. Трудно подобрать слова, но я уверен, мы отомстим за кровь, за слезы, за смерть каждого украинца. А в Кривом Роге обязательно будет улица имени Героя Украины Инны Дерусовой. Несмотря ни на что, нас не сломит, нас не победить. Мы гордимся нашими героями и равняемся на их мужество. И все вместе приближаем нашу победу. Скучной вам ночи, дорогие земляки. Слава Кривбасу и слава Украине!